Когда я еще был лейтенантом, выполнял всякую грязную работу. Чернобыль – настоящий рай для преступников. Даже спустя 10 лет они могли воспользоваться ситуацией и наложить свои лапы на ядерное оружие. Желающих было много, включая и Имрана Захаева. Естественно, мы не могли всего этого допустить. Выкупить топливные стержни? Отличный способ массового уничтожения. Тогда наше правительство впервые дало приказ об убийстве со времен Второй мировой войны. Я служил под командованием капитана Макмиллана. Слишком высокий уровень радиации. Придется обходить. Следуй за мной. И тихо. Осторожно. Здесь повсюду источники радиации. Нахватаешься чуть больше нормы, и ты покойник. Ждать сигнала. Вижу врага. С фронта вражеский патруль. Идем тихо и медленно. В этой маскировке нас не заметят. Убей одного, пока второй не видит. Слушай, Захаев нам хорошо платит именно за то, чтобы мы патрулировали этот район. Так что заткнись ради собственного же блага. Он убит. Спокойной ночи. Пошли. Не двигаться. Если пойдем в обход, у нас больше шансов остаться незамеченными. Внутри 4 объекта. Даже не думай об этом. Жди здесь. Противник у машины. Убери его тихо. Так, вперед. Выдвигаемся. Не двигаться. В колокольне наблюдательный пункт. И еще один патруль с севера. Подойдем ближе, чтобы лучше все рассмотреть. Цель в наблюдательном пункте, видишь? Прекрасно. Объект приближается с севера. Убери его тихо или дай ему пройти мимо. Выбор за тобой. Террорист убит. Вперед. По фронту все чисто. На побережье чисто. Ты это слышал? Вражеский вертолет, ложись! Оставаться в тени. Он возвращается обратно. Не двигаться!
Идем. Никаких резких движений. Домой. Похоже, они уже убили всех, кого не смогли подкупить. Пошли кого-нибудь проверить. Подойдем ближе, чтобы лучше все рассмотреть. Тяжелая же штука. Да уже, Андрей, поесть принесет. Не знаю, надеюсь, скоро. Умираю с голоду. Нейтрализовать их и при этом не поднять тревогу – задача не из легких. Хотя, с другой стороны, незаметно мимо них все равно не пройти. Твоя очередь. Один готов. По тем двоим у грузовика огонь не открывать. Мы должны нейтрализовать их обоих одновременно. Жди, пока я не буду на месте. Я на позиции. Действуй, как только будешь готов. Не стрелять! Смена позиции. Я готов. Жду тебя. Не стрелять. Меняю позицию. Не стрелять! Смена позиции!
Я на месте. Выдвигаемся. Оставаться в тени. Никто здесь диких собак не видел? Назад! Говорят, у украинцев пара человек пропала сегодня ночью в бассейн. Спокойно, он мой. Эти украинцы ни на что не способны. Эй, Сьюзи! Что? Вот как это делается. Вперед! Из-за радиации дикие собаки стали сильнее и злобнее. Не двигаться! Ждать здесь. Какая у нас ставка? Да! Вот заплатим! По фронту все чисто. Вперед! Вот я тут в волю накатаюсь. Как думаешь, нападет на нас Америка, пока мы уязвимы? А? Эта страна давно уже катится... Нападет на нас Америка, пока мы уязвимы? Эта страна давно уже катится... Не высовываться! Выдвигаемся! Сюда, идем! Там целое сборище, черт возьми. Приготовиться. Выдвигаемся по моему сигналу. Стоять. Так, вперед. Оставайся на чеку, мы еще не на месте. Стоять! Успокойся, это дикая собака. Собачка-то попалась недружелюбная. Держи дистанцию. Старайся не привлекать к себе внимания. Справа все чисто. Вперед. По фронту все чисто.
Выдвигаемся. Ты только посмотри. В этом городе проживало 50 тысяч человек. А теперь это город призраков. Никогда ничего подобного не видел. Пошли. Сюда, идем. Там есть гостиница. С верхнего этажа мы сможем наблюдать за обменом. Вперед! Лейтенант Прайс, встреча состоится. Вражеский транспорт уже на указанной территории. Ветер усиливается. Можно учесть порывы ветра, а можно просто подождать, пока он не утихнет. Но к этому моменту цель может скрыться, решать тебе. Помни, чему я тебя учил. Учитывай переменную влажность и скорость ветра вдоль траектории пули. На таком расстоянии придется также принять во внимание кориолисову силу. Так, кажется, я его вижу. Жди моего сигнала. Цель захвачена. Идентификация. Имран Захаев. Спокойно. Следи за флагом. Он укажет тебе силу и направление ветра. Черт, он-то откуда взялся? Терпение, парень. Жди удобного момента. Отличный выстрел, лейтенант. Теперь уходим. Они будут нас искать. Пора уходить. Нужно срезать путь. Следуй за мной. Лейтенант Прайс, со мной. Д-24, говорит А-6. У нас проблемы. Повторяю, у нас проблемы. Направляемся к четвертой зоне посадки. А-6, Орлан в пути. Расчетное время прибытия 20 минут. Не опаздывайте. Опыт и так происходит. До связи. Мы за ними последовать не можем! Перекрыть все выходы и остановить их в парке!
ждать сигнала. Быстрее! Устанавливай мину в той двери. Быстрее! Устанавливай мину в той двери. Он убит! Еще противник с тыла! Вертолет приближается! Открыть огонь! Разворочено. Я не могу встать. Если будут проблемы, найди для меня выгодную позицию, чтобы я мог тебя прикрыть. Зона посадки на юго-западе. Мы все еще можем успеть. Противник приближается. Опусти меня где-нибудь, чтобы я мог тебя прикрыть. Объект нейтрализован. Объекты движутся на восток. Спокойно. Пора уходить. Ну-ка, подвези меня. Тише едешь, дальше будешь. Противник с юго-запада. Противник с юго-востока. Он убит! Объекты движутся на восток. Отправляйся в здание. Мы постараемся их задержать. Подожди. Сначала удостоверься, что в комнатах все чисто. Зона посадки с другой стороны того здания. Шестая группа! Обыскать здание к югу от города!
Объект нейтрализован. Спокойно. Говорит Орлан, ждем вашего сигнала, прием. Наш вертолет ждет на безопасном расстоянии. Опусти меня за чертовым колесом, оттуда я смогу вести огонь. Тише едешь, дальше будешь. Здесь нормально. Забирай все мои мины. Пора пустить их в дело. Скоро враг будет здесь. Найди подходящую снайперскую позицию. Через 30 секунд я дам сигнал вертолету. Ты должен залечь на снайперской позиции. Удачи! А6, ваши координаты получены. Держитесь. Конец связи. Вижу противника. Пусть подойдут поближе. Ждем приказа открыть огонь. Открыть огонь! Вертолеты.
Группа А, говорит Орлан. Тащите свои задницы на борт. Прием. Он убит. Еще один. Готов. Группа А, топливо на критическом уровне. У вас 30 секунд. Еще один. Объект нейтрализован. Орлан, мы окружены. Где вы? Вас понял, группа. Скоро будем на месте. Держитесь. Еще один. Он убит. Готов. Еще один. Объект нейтрализован. Группа А, говорит Орлан. Тащите свои задницы на борт. Прием. Беги! Готов. Тише едешь, дальше будешь. Группа А, топливо на критическом уровне. У вас 30 секунд.